болельщиков, тех же писем, и вот пользуясь как бы гаджетами, да, и нашими спонсорскими предложениями, мы всегда поддерживаем связь, что с родственниками, что вот с украинскими болельщиками. Очень много писем, поздравлений, и спасибо огромное Украине, что... Мы с Таней всегда говорили, что мы пытаемся для двух стран, и да, мы выступаем под флагом России, но очень, Украина тоже очень важная составляющая. Таня, родители живут на Украине, и сестра живет на Украине, и много родственников. И поэтому я думаю, что это была, наверное, какая-то победа и Украины тоже. Спасибо.